Что если самые опасные животные в мире кажутся безобидными? Не верите? А я вам сейчас это докажу. Большинство из нас любит животных. Что может быть лучше посещения зоопарка или семейного просмотра фильма о дикой природе по телевизору? Однако существуют животные, которые несут серьезную угрозу людям. И таких братьев наших меньших лучше обходить 10-й дорогой. Слон – это животное выглядит весьма миролюбиво в вольере зоопарка, но в дикой природе к африканскому и индийскому слону лучше не приближаться. Эти животные имеют огромную массу тела и могут легко затоптать человека. Убежать у вас не получится, слон может передвигаться со скоростью 40 км в час. Особенно опасны слоны, которые были изгнаны из стада. Они обычно очень агрессивны и нападают на все что угодно. Ежегодно от нападения слонов гибнет несколько сот человек. Носорог – еще одно очень опасное африканское животное. Проблема в слабом зрении носорога. Он нападает на любую движущуюся цель, даже не разобрав, опасна ли она для него. Убежать от носорога тоже не получится. Он способен передвигаться со скоростью более 40 км в час. Медведь-гризли. Взрослые медведи-гризли не в состоянии в случае опасности взобраться на дерево, как это делают более мелкие черные медведи. Поэтому они выбирают другую тактику. Они защищают свою территорию и атакуют нападавшего. Обычно эти существа избегают контакта с людьми, но если вы зайдете на медвежью территорию, или зверь думает, что вы посягнете на его пищу, берегитесь, он может напасть на вас. Еще более опасна медведица, которая охраняет своих медвежат. В подобных случаях медведь может напасть, и это грозит смертью человеку. Бегемот. Никто бы никогда на него и не подумал, что это толстое, с виду милое животное является одним из наиболее опасных в Африке. Бегемот очень агрессивен по отношению к людям. Он часто нападает на человека, причем делает это безо всяких видимых причин. Его неповоротливость весьма обманчива. Разъяренный бегемот очень быстро и легко может догнать человека. Особенно опасно нападение бегемота в воде. Они легко переворачивают лодки и преследуют людей. И самым опасным животным, вы бы никогда не подумали, является комар. Сами по себе эти насекомые не столько опасны, сколько неприятны. А опасность представляют те болезни, переносчиками которых комары и являются. Ежегодно от этих болезней на планете умирают миллионы человек. Среди этого списка такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, лихорадка Денге, малярия, тулеремия и многие другие. Обычно страдают от недугов, разносимых комарами, развивающиеся страны, находящиеся неподалеку от экватора. Ежегодно комары заражают разными недугами около 700 миллионов человек на планете и несут ответственность за 2 миллиона смертей. Так что именно комар является самым опасным смертоносным животным на планете, а с виду самый безобидный. Ну вот и все, дорогие любители животных. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Оцените его, пожалуйста, лайком или дизлайком, только не будьте равнодушными. Впереди нас ждет много приключений и разных историй про наших любимых животных. Не забывайте про секретное слово. Спасибо! А на сегодня все, друзья. Буду с нетерпением ждать ваших комментариев. Ну и, конечно же, лайков, ведь это так приятно. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.